Всем привет! Сегодня хочу привить родными ветками вот этих три экземпляра, чтобы они не тянулись, силу не тратили вот на это все. Хочу, чтобы они утолщали каутекс и были пушистыми. То есть вот хочу их сформировать. В общем, все будет понятно и без слов. Смотрите видео. Thank you.
Thank you.
что у меня получилось. Прививочки, я думаю, недели через две уже срастутся. Но я не буду у них снимать, просто я уже знаю, как это у меня уже тут проверенный способ. Вот если помните, у меня был ролик, вот этот экземпляр, он у меня рос одним хвостом. И я вот прививочки сделала. У него прививочки уже, кстати, не видны, потому что на молодых адениумов они очень ранки хорошо затягиваются. И он, видите, у меня пушистый стал. Можете посмотреть у меня на канале видео с прививки с родными ветками. Вот за счет прививки, то есть обрезки, в принципе, начинает утолщаться каудекс. Но он у меня сидит глубоко, то есть он себе наращивает попу. Я считаю, что прививки для адениумов, в принципе, нужны. Потому что после обрезки не факт, что он там даст много этих побегов, что крона будет пушистая. А за счет прививочек увеличивается именно ветвистость кроны и наращивается попа. Вот видите, какой он у меня. Прививочки очень хорошо затягиваются. То есть это где-то примерно, ну, с месяц назад, наверное. Такой красавец. Следующее видео, смотрите, будет прививка разными сортами вот этого моего большого адениума. Я здесь хочу просто исправить свои вот эти вот недоработки по прививкам. Вот. Увидимся в следующем ролике.